зловещем мраке далекого будущего есть лишь война. Такой лозунг неспроста является официальным в мире Warhammer 40 000. Империум – величайшее государство, создано богоподобным вечным сверхчеловеком, имени которого никто не знает. Он известен просто как император человечества. Под контролем Империума находятся миллиарды обитаемых миров, ужасы варпа, демоны хаоса, орды ксеносов, еретики. Всех их объединяет одно – все они стремятся разорвать Империум и стереть человечество с лица вселенной. Но Империум выстоит. Выстоит благодаря несокрушимой вере Адептус Астартес, несгибаемой воле Имперской Гвардии, знаниям Адептус Механикус. И благодаря ему, Императору, Богу, тому, чье тело восседает на Золотом Троне, на Святой Терре вот уже 10 тысяч лет, а душа ведет неравный бой в варпе со всеми богами хаоса и прочими ужасами.